Привет, друзья, и всем тем, кто присоединился к нашему каналу «Советы Прок». Сегодняшняя тема – сода и касторовое масло. В наши дни народная медицина как никогда популярна. И не зря. Ведь это настоящий кладезь эффективных рецептов от тысячи болезней. Вот, к примеру, касторовое масло. Оно давно полюбилось модницам за его положительное влияние на рост волос. Но о таком применении касторки мало кто догадывался. Как оказалось, простая смесь касторового масла и пищевой соды способна предотвратить множество заболеваний. Наш канал «Советы впрок» расскажет тебе, как применять такую необыкновенно полезную смесь. Смесь пищевой соды и касторового масла способствует заживлению ран и ушибов. Эта чудо-смесь прекрасно борется с бородавками и папилломами. Результат заметен уже через несколько недель регулярного применения. Отличное средство от хронической диареи. Используй смесь в качестве компресса, накладывая его на низ живота, и ты избавишься от такой щекотливой проблемы. А вот прием касторового масла вовнутрь оказывает совсем противоположный эффект. Это отличное слабительное средство, которое поможет избавиться от лишних килограммов. Смешай пищевую соду с несколькими каплями касторового масла и нанеси на темные пятна на коже. Вот увидишь, после нескольких процедур пятна станут менее заметными. Всего несколько капель касторового масла избавят тебя от отеков и зуда после укусов насекомых. Комбинация касторового масла и соды активно борется с грибком ногтей. Ежедневный массаж кожи головы с касторовым маслом стимулирует рост волос, доказано на практике. Всего один компресс в неделю избавит тебя от надоедливой боли в пояснице. Регулярный массаж суставов с этой смесью уменьшит отложение солей кальция и предотвратит множество неприятных проблем. Легкими движениями вотри смесь в веки перед сном. Такая процедура поможет снять отек и покраснение век и с легкостью избавить тебя от симптомов сезонной аллергии. А прием касторового масла вовнутрь и вовсе избавит тебя от аллергических заболеваний. Принимай каждое утро по 5 капель этого волшебного масла, и ты почувствуешь себя гораздо здоровее. Как видишь, смесь касторового масла и обычной пищевой соды может творить настоящие чудеса, ведь эффективность средств народной медицины вне всякого сомнения. Сохраняй эти чрезвычайно полезные советы себе и непременно поделись ими с друзьями. Друзья, если вам понравилась данная тема, жду ваших предложений и отзывов. А на этом все. Пишите, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!